Приветствовать всех подписчиков гостевого канала, с вами Елена Смирнова. Я всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по инвестпроекту TradeSwin. У меня отработал депозит, друзья. Закидывала сюда 50 TRX, и он, как видим, отработал. И буду я ставить на вывод, проверять его. У меня на балансе 75 криптомонет Tron. Давайте его проверим на вывод и активируем еще. Тогда я активирую два депозита. Я активирую за 150, видим, не открылся. И открылся у меня. Также я могу купить еще за 50. Итого 200 криптомонет Tron я еще сюда закину. Так, ладно, давайте выводом займемся. Кликаем вывод. Значит, минимум на вывод 30 криптомонет Tron, видим. Прописываю сумму 75. Ой. 75. Точки ставить, не ставить, не знаю даже. Нет, не ставить. Кошелек я сохранила в настройках. Кликаем вывод. Так. Ну и все. Вывод. Идем на почту с учетом комиссии. Плюс 73 монеты. Так, так, так. 24. Ой, господи. 1 ноября. Что-то мне уже ум за разум. Значит, все шикарно, заплатил мгновенно. Так, с этим разобрались. Даже вот посмотрим. Я вернусь сюда, я делала. Подождите. Вот я 52 монеты с учетом комиссии вкладывала, и 73 я получила. Все шикарно платит. Так, теперь я что хочу я сделать? Мой аккаунт. Значит, так, значит, я буду что, 150 и 50, итого 200, да? Также 3 дня будет работать. На выходе здесь я получу по-прежнему 70 монет, а здесь уже со 150 я получу 217. Вот так. Кликаю депозит. И прописываю сумму. Так. 200. Депозит меня перекидывает на Paycasso. Я копирую вот этот вот адрес. Все делаем аккуратненько. Проверяем. Кликаю Send. Вставляем адрес. Проверяем. Прописываю сумму. Так. Send. Так, возвращаюсь, иду на домашнюю страничку. Обождем немножечко, сейчас перезагрузим. 200 монет. Я, значит, покупаю вот этот за 150. Bill. Yes. Вот мой депозит. Возвращаюсь. И у меня еще на балансе 50 монет. Я также покупаю вот этот вот за 50. Yes. И вот мой депозит в работе. Возвращаюсь на домашнюю страничку. Краткий обзор я делала в прошлом видео. Так, ну что, все.
Пошел таймер отсчет. Сейчас я хочу, что я сделал? Хочу выйти отсюда и зайти на главную страничку. Иначе, смотрите, уже тут я заходила, можно посмотреть, сколько мало игроков, а уже больше 3500 участников. 29-го только он стартовал. Я говорила, самое начало. Значит, здесь тарифные планы. Опускаемся ниже, ниже, ниже. И вот смотрите. Значит, вывод. 1.11 мой логин. 75 криптомонет я вывела. И я сделала депозит. Мой логин. На 200 монет. Вот как-то так. Вот такой вот проект. Опять же таки, не забываем о рисках. Я рискую своими деньгами, а вы же думайте сами. Как говорится, это дело хозяйское. Любые инвестиции в интернет – это всегда риск. Всем удачи, всем пока!